Иди, ешь, лопай. То ежи, что белки, пока они совсем маленькие, глухие, слепые, их проще кормить. Когда они начинают, ну, что-то пытаться видеть, слышать, они начинают куда-то кочевряжиться, их шиш поймаешь потом. Эти тараканы разбегаются в разные стороны. И пока малявка, все нормально. Она уже по дней 10, наверное. Мы еще же шерстью покрываемся. И 2 недели станем шерстяными. На, видай, чучело. Давай, там, видишь, косуля уже бегает, переживает. Не вижу, скажи, я слепаю еще. Давай, давай. Еще? Давай, попробуем еще. Много не дам, сколько-нибудь. Ахиллес, ты что там? Я сегодня Мейзикин трогала. Она позволяла. Все. Тебе хватит, подружка. Давай, давай вытираться. И что ты налила на себя? Что такое было это? Господи, белка. Ничего себе фонтан. Нет, нет, хватит, дорогая. Ночью. Потом ночью. Сейчас всех покормим. Много тебе нельзя. Вы белки перекорма не выносите. О, все, иди.